Я налоги плачу 25 дней. Вот что я делаю. Я плачу зарплату бабе и работаю. Ого. А это уже жестоко, это. Вот это сейчас будет. Не, ребятки, реально что-то у вас не то. Я сейчас у вас. Я это слышал. Это беспредел, полнейший беспредел. Все, хорошо. Будем играть по другим правилам. Смотрите, за 13 тысяч долларов. Они стоят дороже, Кирилл. Кто здесь старше? По наряду. Пиши заявление, что тебя избили. Ты что? Пацаны, зря вы стали. Ну, как бы, понятыми. Еще я хочу снять побои, потому что она меня разбила в пух. Только что. Вы должны прийти, у меня... А теперь еще приди домой и выйди куда-то. Хорошо. Это курица. Тут она выехала, да. Да вы не улыбайтесь, вам стыдно должно быть, что вы творите, девушка. На вас форма, погоны.